Как известно, солнечная и одновременно братская Украине Турция задалась заданием обеспечить себя по замкнутому циклу производства всеми необходимыми для своей армии вооружениями, в том числе и собственными самолетами пятого поколения. Где-то два года назад турки впервые показали свой концепт на выставке Le Bourget во Франции. И вот, как у нас говорят, не прошло и двух лет, как в Турции приступили к производству истребителя TF-X, в котором, внимание, будут агрегаты от украинских предприятий. В воздух самолет должен подняться не раньше 2026 года, потому как процесс разработки, испытаний и производства — это всегда очень небыстро. Турки вообще, кстати, быстро и так все делают. Известно, что самолет будет состоять из более чем 20 тысяч деталей и должен быть представлен уже, как мы понимаем, в железе в марте 2023 года. Украинские предприятия, как мы сказали выше, тоже присоединятся к созданию перспективного турецкого истребителя. Но это инсайдерская информация, так как согласно условиям контракта детали об этом сотрудничестве пока не разглашаются. Сам же самолет TF-XMMU – это самолет пятого поколения, который должен заменить в турецких военно-воздушных силах истребители F-16, которые будут постепенно выводиться из строя в течение 2030-х годов. В общем, Турция, как всегда, рулит. И, возможно, друзья, мы слишком торопимся, но вполне вероятно, что со временем Турция, так сказать, насытив свои ВВС этими девайсами, а мы почему-то не сомневаемся, что они будут отличного качества, начнет их продавать и в другие страны. А ведь Украина, друзья, кто не помнит, у турецких друзей почему-то в вопросе поставок вооружений всегда в приоритете. Поэтому ждем, совсем недолго осталось. И, друзья, не забываем подписаться на наш канал, и главное, напоминаем, что у нас есть также Patreon, где вы сможете также нас поддержать, даже задонатив стоимость всего одной чашечки кофе. Вы очень помогаете нам, высвобождая для нас еще больше времени для того, чтобы мы могли сделать еще больше контента, или, как говорил один мультяшный классик, даже немножечко чайная ложечка — это уже хорошо.